Ком. Недавно мне на глаза попался диск с замечательными машинками, эдакими монстрами, поднимающими облака пыли где-то на просторах пустыни Сахары. Заманчиво, только жарко там и нет лимонада. Слушай, а с какой скоростью можно там гонять? Да с бешеной, километров так 300 в час. Мне что-то не очень-то по душе гонки в виртуальном пространстве. Лучше погонять по настоящим дорогам и проселкам. Ничего-то ты не понимаешь. Power Slide переплюнет любую реальность. Она для тех, кто любит настоящие симуляторы, заточенные под 3DFX. Если у человека есть такая игрушка, его кровные денежки заплачены не зря. Потрясающее качество графики – главная прелесть таких гонок. А я уже знаю, что в такой игре, как и во всех автомобильных симуляторах, мы разыграем Кубок мира, одиночный чемпионат и еще успеем погонять в свободном режиме. Правильно. Но сначала надо выбрать себе товарища на вкус и цвет. А именно пилота и тип коробки, ручную или автомат. Мы выбрали автомат. Может быть, поэтому у нас так и не получилось завоевать кубок. Точно. В следующий раз возьмем себе тачку с ручной коробкой, и тогда уж точно всех сделаем. А ты не знаешь, есть ли у игры какой-нибудь сюжет? Есть. И очень завернутый. Действие происходит примерно в 2020 году. После экологической катастрофы автомобильные гонки превратились в вид спорта для высшего класса, который прожигает жизнь в подземных городах. В это же время низший класс, бедняки, влача жалкое существование на поверхности Земли. Ясно, что руль у компьютера – это клавиатура. А как управлять виртуальным автомобилем? Да ладно тебе. Все просто. Жми на тапочку, то есть на стрелку. Иногда поворачивай теми же стрелками направо и налево. Все очень просто. Заправляться не надо.